мы сейчас много говорим о развитии предпринимательства, да, вот о том, что о собственности или о тех проблемах, которые возникают у нас, уважение к чужой собственности. Так вот, уважение к чужой собственности мы теряем тогда, когда претендуем на собственность нашего ребенка. Вот игрушка – это собственность ребенка. Поэтому почему папа может сломать свою машинку, а ребенок не может? И когда мы спрашиваем, а можно ли ребенка приводить в его собственный магазин, выбирать его собственность, на которой он еще будет обучаться, вот, поэтому обязательно надо прийти с ребенком. Здесь вот идет большая проблема, это в, вот это в грамотном составлении игротеки ребенка. Поэтому если там будет присутствовать только оружие, ребенок будет играть только в войну. Хотя в войну ребенок должен играть. А как же он научится защищать свою женщину, свою страну? Вот. Если брать кукольное хозяйство, да, то есть если преобладает один тип, то преобладает и одна игровая деятельность, то развиваются определенные функции. И вот именно здесь мы говорим, проблема не в качестве игрушек на рынке, проблема в качестве, в правильном выборе, поэтому все производители скажут, какая основная проблема? Основная проблема – это в ответственных родителях, которые понимают, что выбрать из этого многообразия, как презентовать ее ребенку и как играть с ребенком. И большая проблема в том, что родители не играют с ребенком. Несколько лет назад мы с вами заходили в магазин игрушек и говорили, дайте мне игрушку, которая займет моего ребенка на полчаса, вот, и он не будет мне надоедать. Это глубинная проблема, она была особенно типична для нашей демографической ямы. Мы ведь и не рожали тогда наших детей. Мы занимались другим. Сейчас стали заходить и спрашивать, а дайте нам игры, в которые мы можем поиграть всей семьей. А дайте нам игры, в которые могут поиграть старшее поколение. И что происходит? Начинают появляться такие игры. Поэтому, если вас что-то не устраивает в обучении, в образовании своего ребенка, мы можем это изменить и очень быстро.